Наталія Маслюк – практикуючий психолог. Працює напрямку арт-терапії, спеціалізується на казкотерапії та метафоричних картах. Автор та ведуча майстер-класу для дорослих недитячі казки. Автор книги-тренінгу «12 днів місяця». Девіз життя. Краще жалкувати про те, що зробив, аніж про те, що не зробив. Мрія – маленька стилізована кав'ярня, де кожен зможе зануритись в особливу атмосферу та відвідати її недитячі казки. Велика мрія – академія щасливої сім'ї. Місце, де як чоловіки, так і жінки, а також їх діточки зможуть відвідувати різні заняття, розвиватися та покращувати сімейні стосунки. Доброго ранку! Добре, настрій бачимо файний. Так, ти вже усміхаєшся. Ну, з вами в студії по-другому нельзя просто. Розкажи нам, ми ось у візитівці було зазначено, що ти практикуючий психолог. Чому ти обрала цю професію? Даже не знаю, как-то оно само так с детства шло, ко мне всегда обращались: «Наташа, что нужно сделать, что нужно сделать?» Я такая: «Так, давайте выдохнем, давайте подумаем». Вы хотите про це поговорить? Ну, потом как-то я поступила после медучилища на два образования: физическая реабилитация и психология. Ну, как-то пошло. Сначала я забросила в какой-то момент это, но потом меня жизнь все равно возвращала к психологии. И сейчас я уже начала этим... Такие знаки доли, да? Постоянно происходили. Вот что бы там ни было, я занимаюсь чем-то другим, меня вытаскивают, и давай проводи тренинг, давай там консультация, давай еще что-то. Я думаю, ну ладно, если жизнь уже такая. Тобто, по сути, професія психолога знайшла тебе сама, так? Ну, я прикладывала много усилий к этому в свое время. Очень много тренингов посещала, но это было больше для понимания себя, как говорится. Почему ты пошел на психолога? Я хотела разобраться в себе. Вот это, наверное, тот случай. Ось так, ты знайшла своє покликання. Где-то так, да. Мы знаем, что дуже багато психологів за кордону кажуть, что проблема сучасних людей, тому що у них постійна якась така апатія, чи то депресія, не знаю, як це назвати. Чи це правда? Да, есть такое, потому что, ну хотя если вот я часто выезжаю за границу, там люди совершенно другие, они очень позитивные, но позитив этот более идет вне. Человек маска. Да, но не внутри. Очень много действительно таких пессимистических эмоций, потому что все находятся в своем пространстве, у нас еще пока такого нет. Еще люди больше связаны друг с другом, то есть им нужно коммуницировать. Там же человек каждый направлен на свою какую-то цель, у него есть семья, и вот что-то в семье происходит. И очень многие даже близкие друзья, родственники не будут знать, что у них происходит на самом-то деле. Вот. И в связи с этим и происходит такой диссонанс, потому что одна личность, она как бы показушная, а другая настоящая. У нас пока люди еще такого не сильно научились делать, поэтому сейчас ну, таких проблем поменьше, ну, хотя есть. Але все ж таки так, певні проблеми є, з якими проблемами найчастіше до тебе звертаються? Чаще всего люди ко мне приходят на недетские сказки из-за названия, потому что они думают, что это весело, будет сейчас прикольно, будем развлекаться. Ну так, є дійсно таке. Це казкотерапія, друзі. А ось це такий, це метод, так? А сказкотерапія, да, це один із методів арт-терапії. Посредством образов мы вытаскиваем из бессознательного основные какие-то ситуации, которые у человека происходят в жизни. То есть посредством образов мы можем его жизнь посмотреть с другой проекцией. Очень многие люди после занятий ходят, ну как я вот так вот жил, я не понимал, как это происходит. Ну, принаймні, цікаво звучить, погодьтесь, друзі. Да. Вот. И с чем ко мне в основном приходят, это с тем, что как бы они хотят развлечься, люди. Они приходят на развлечения, потом походу... Можливо, не скільки розважитися, скільки відволіктися від тих буденних проблем, які є. Переключиться. Вот это частое слово, которое я слышу на своих занятиях. И одна женщина как-то после занятий сказала: «Боже, я целых два часа не думала о работе». И она говорит: «Спасибо вам за это». И потом, по ходу, то, что получается и всплывает, это то, что чаще всего это связано с обидами детскими на родителей, которые тянутся. Это наисильнейшие такие образы, это так? Самое сильное, да. Есть те, которые быстрее открываются, люди, и с ними можно проследить вообще, как это их проецируется на жизнь. Кто-то поменьше открывается, но они приходят ко мне на следующие занятия, либо индивидуальные консультации. Но у всех, допустим, то, что можно сказать, допустим, если с отцом что-то не так, то это мы не можем выбрать себе цель, мы не можем нормально зарабатывать, у нас проблемы с начальством. Это то, что касается, если что-то с отцом. Тобто, якщо людина, в ней були погані
відносини зі своїм батьком, скоріш за все, у майбутньому в неї можуть виникнути проблеми, пов'язані із роботою, з фінансами. Не обов'язково проблеми, тому що дуже багато приходять з тим, що у них хороші відносини з батьками, але була дитяча обіда. В якийсь момент, коли їм потрібна була підтримка батька, вони його не отримали, і ось цю обіду вони тягнуть в свою життя. І з'являються якісь перепони, на які навіть не звертають увагу, але вони все рівно є. Приходять і кажуть, от я не знаю, що мені робити, я не можу преодолити свій фінансовий порог. Або у мене, не знаю, у мене не йде бізнес. Я кажу, розкажіть, що у вас з батьками? Ну і там виходить. А коли приходять з проблемами в личній житті, тому що, допустим, жінка каже, я не можу знайти себе мужчину, мужчини всі якісь не такі, я кажу, що у вас з мамою? Потому что мама женщины, ну и как и мужчины, в принципе, она напрямую транслирует взаимоотношения с другими людьми и конкретно с любимым человеком. Поэтому, если у вас, допустим, какие-то есть обиды на маму, то логично, что вы переносите это на любимых людей, потому что это первый человек, это самый родной, это ну, самый-самый близкий. Коротше, друзі, робимо висновки, що зараз час всі образи залишити в минулому, якщо ви хочете жити в теперішньому і майбутньому. Чи можна якось буквально за 2-3 хвилини, чи це все ж таки така більш глибока тема, дати якісь поради? Можливо, люди під час нашої розмови впізнали дещо ці риси, про які ми говорили в собі. Чи можна дати якісь поради таким людям? Да, я хотела сделать расклад просто на эти праздники. Ну, то есть у меня, так как я работаю с метафорическими картами, они не таро, как я сразу перед занятием. Так, это не ці шахрайські штучки, друзі. Это ассоциативные карты, когда каждый в них видит что-то свое. Я хочу сделать, просто выложить две карты, это то, ну как, пожелание на праздники. Что нужно сделать, чтобы они прошли хорошо. При этом каждый просто выберет себе карту. Отсюда первую, либо вторую. И потом я расскажу о ней. А обидві можна? Можна, ну то есть, если на разные ситуации. А ты думаешь, что або одну, або іншу? Ну это можна значит то, что как, нерешительность есть. Наталя, розкажи, будь ласка, як ти використовуєш ці карти? Це також є один з методом психології, так? Да. Это тоже все же в арт-терапии, потому что это образы. Как я их использую, они очень много методик с ними работы. Просто можно даже по одной карте сидеть и полтора часа с человеком разбирать эту одну карту. Бывает, что люди приходят, я не знаю, с чем они приходят. Я говорю, вытащите эту карту, как вы считаете вашего внутреннего состояния. Вытаскивают карту и начинают читать даже не то, что на карте изображено, а просто я понимаю, что в какой-то момент начинается поток их жизни. Да. Тобто там є певні зображення, і людина розповідає, що вона там бачить, що для неї це означає. І з цієї ось такої от розмови ти робиш певні висновки про її якісь проблеми. Я зараз задаю некоторі питання. И понимаю, где человек может ответить, где не может. Какие-то штуки, так? Да. И человек сам в какой-то момент, ой, я не думала, что я вам столько расскажу. Но все ж таки есть еще и пояснение значения так, этих карт. Конкретно у этих карт есть книжка. Ее составила Евстигнеев Зинченко. Боже, такая сложная фамилия. Мы передаем вам привет. Да, это институт сказкотерапии, как бы, и это директор этого института, и она создала и книжку, и эти карты. То есть то, что я говорю, я не транслирую с космоса, я именно по этой книжке говорю. Поэтому, может, перейдем к ним. Окей, давайте спробуємо. Потрібно витягнути карту. Куди? То есть я их разложила, две карты. Выберите какой-то вариант. Допустим, я сейчас достаю первую карту. Обирайте першу. Так, і що, потрібно, можна показати нашим глядачам, щоб вони бачили, що там зображено. Там у нас зображена, що це корова, якщо я не помиляюсь, так? Скажіть, що вам зображено? Це гігантська корова, вона, в принципі, в неї все добре. Вона годує, мабуть, все село. Бачимо, що люди, зображені цієї картинки, вони, так, як каже Світлана, ця корова їх всіх годує. Тому вони всі несуть від неї певне молоко. Можливо, вони, як це сказати? Але вони її так само підгодовують, тобто в них є взаємозв'язок. Ось, там є і яблука, ми бачимо. Коротше, все добре. Вдалося, що це прашенки, ну окей. Я погано бачу просто. Якщо робити це, як називається, як підсказку карт, то тут наладити обмін, брати-давати.
Потому что вот карта — это архетип Божье вымя, когда вот есть корова, у нее магическое молоко, из-за которого люди становятся более здоровыми, более счастливыми. Но и здесь и люди научились кормить корову и смотреть за ней. Взаимовыгода. Да, поэтому должен быть равноценный обмен. Это по этой карте такой совет. Вот есть другая. Ого, це якась чаклунка, так? Це якийсь Шрек у новому форматі. Там є Пегас, так називається, цей кінь з крильми, і хлопчик. І ця чаклунка начебто його кудись не пускає, чи що це? Так, дуже цікава трактовка. Три Пегаса у нас там, правильно? Чи це він її не пускає? На самом деле, это архетип помощника. Мы видим, здесь такая ладошка, куда кто-то что-то ложит. И здесь изображена ведьма, мальчик. Возможно, помните сказку «Гуси-лебеди»? Угу. Вот. И здесь ведьма говорит, ты должен пасти вот этих крылатых лошадей. Мальчик разводит руки, говорит, ну как же я могу их пасти? У меня нет столько сил. На самом деле ведьма знает все его возможности, и то, что его творческое мышление может помочь ему справиться с этой задачей. Только он, более того, может с ней справиться. И карта дает подсказку, что чтобы эти выходные прошли хорошо и положительно, нужно проявлять свое творческое мышление, и, возможно, те люди, которые на первый взгляд кажутся негативными, могут принести очень много позитива и раскрыть наш внутренний потенциал. О, це, до речі, так само. Ну і про деякі проблеми, так? Ми дуже часто жаліємося, ось навіщо вони нам необхідні. Якщо вони нам все ж таки далися, потрапились на нашому шляху, то, мабуть, ми можемо їх подолати. Я думаю, ось, так. Долаючи проблеми, ми стаємо сильнішими, друзі. Але в нас часто... є ще одна колода, так? Я ж не можу не звернути увагу. Як часто ось це допомагає людям такі карти розкритися і щоб ти змогла зрозуміти, які у них є проблеми? Я сейчас постаралась вот отойти от этого, вот, понять, какие проблемы. Я сейчас стараюсь все-таки на своих занятиях делать более перенастройку. То есть человек приходит ко мне с какой-то, с каким-то страхом, с какой-то проблемой. Я говорю, а давайте трансформируем это в что-то положительное. Потому что я понимаю, что если еще человек будет себя копать и вот это вот искать, ну у нас же есть жизнь. Жизнь нам такие уроки преподносит. У будь-якої медалі є дві сторони, правильно? Да, абсолютно верно. Эта колода, она полюбилась просто мгновенно всеми. Це такі ж самі метафоричні карти, тільки з іншим зображенням. Да, і це так само не Таро. І так само, да. Суть этих карт в том, что стоит в себе в голове загадать какую-то ситуацию, при том, что классно в метафорических картах, это то, что касается только нашего внутреннего состояния. То есть вот эти карты, они показывают качества, которые мы должны развить, чтобы решить эту ситуацию, либо убрать, чтобы эта ситуация также разрешилась. Цікаво. Окей, давайте спробуємо. А ты, одну потребу, а так? Ты себе ситуацию загадал? Сколько тянется, столько нужно брать. Ага. Ось я продемонструю. Хто це у нас тут такий зображений? Це саламандра, чи що це? Це такий якийсь, знаєш, така тваринка, можливо, вона була в цьому мультику якомусь. Типу, як приручити дракони, я не знаю. Подпись є знизу. Маленька тварина, The Change, що з англійської перекладається як зміна. Так, що мені тягнути? Ось що я зараз витягну, я навіть не знаю, що я хочу. Ну, я багато чого хочу. Так, The Fly. А в мене The Fly, я буду літати. До речі, дивись, твоя карта схожа на подорослішалу карту мою. А, ні, не зовсім. Ні, в мене гарніша карта. Моя просто маленька. Вона ще не виросла. По советам карт. То, что если это выбрали, что стоит развить, то, возможно, это какое-то состояние полета, внутренняя легкость. Потому что эта карта The Fly, она может быть как полет на чем-то, то есть что-то мы можем окрылять, так и себя, в принципе. Это если то, что нужно себе добавить. Если убрать, то это убрать вот это состояние слишком большой возвышенности, и, возможно, стоит немножечко заземлиться, потому что, витая совсем в облаках, мы можем не увидеть того, что происходит у нас здесь. Ну, как это, допустим, касается... Ну, еще была золотосердина, да, правильно? Да, вот тоже про те ситуации, с которыми ко мне приходят. Ко мне приходят, бывают очень возвышенные женщины, которые вот находятся на таких высоких нотах, это те музы, и говорят, вот у меня не идет с финансами. Я говорю, подождите, а что вы делаете для заземления? Вы занимаетесь
какими-то физическими нагрузками, чтобы тело чувствовало связь вот именно с землей. Или вы только медитируете, находитесь там где-то в облаках. Так, зараз до мене тут мішок з грошима посипеться, все мені сюди, так? Да, ну, так не можна. Где-то так. Да. А якщо говорити про зміну, це означає просто, що щось потрібно змінити. Ну, я думаю, ты в подсознании для себя уже понял, что тебе конкретно нужно изменить в этой ситуации. Ну, тут так, тут мне, кажется, все более ясно, потрібно щось змінити. Ну що ж, Наталія, дякую, що завітала до нас. Ми бачимо, що психологія – це дійсно та наука, яка розвивається. Це дійсно та наука, яка є цікавою не тільки для людей, які нею займаються, а і для пересічних людей. Тим паче, психологія, вона суто пов'язана з абсолютно з кожним з нас.